Ну, боевая команда, она плотно оборонялась, она создавала две плотные линии и сидела сзади, и выбегала хорошо в контратаке, так что команда изменилась первым кругом, добавилась чуть организации, добавила в агрессии, и нам тяжело было их скрывать. В итоге мы, да, не получилось у нас скрыть их, но мы, как сказать, расстроены этим, это ничьей, потеряли 2 очка, я считаю, хотя и в контратаке могли в конце пропустить, но все равно я считаю, что мы скорее потеряли 2 очка, чем приобрели 1. Можно ли сравнивать эту игру с домашней игрой? Я думаю, абсолютно нет. Абсолютно 2 разные команды, и даже ничего похожего нету. Она стала более агрессивная, более организованная, так что их нельзя сравнить. Моментов много сегодня было, и удаление со стороны Минского. Что не получилось, чтобы отожаться? Да, моментов было много, просто не получилось забить. Были хорошие подходы, были перекладины, просто не забили свои моменты, и в итоге 0-0. Ты сыграл 2 матча за сборную, тяжело ли было вкатиться в чемпионат? Ну, я не скажу, что тяжело, физически было, чувствовался хорошо, вопрос только приехали не с теми эмоциями, конечно, с какими ожидали, в этом плане было тяжело. Но тут коллектив с позитивом, так что мы быстро вернулись, день-два, и всех все было хорошо, вопрос физического не стоял, так что физически чувствуете хорошо.